ответили на украинском направлении, сказал, что НАТО воюет с нами руками украинских солдат, а украинские солдаты воюют натовской техникой. А мы это все сами делаем. Мы сами и воюем, и технику делаем. Понимаете? Разница колоссальная на самом деле. Натовцам не жалко украинцев. Не их солдаты. Они обслуживают интересы США. В этом смысле им тоже не жалко. Вот. Но мы-то должны думать. Мы думаем о своих солдатах. Думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир, в том числе и мирными средствами. Вот разница в чем.